Еще один гимн появился в Казахстане. Он посвящен настольному теннису. Композицию представил певец и ярый поклонник пинг-понга Марат Умаров. Заслуженный артист Казахстана играет в настольный теннис почти всю жизнь. Накануне он принял участие в марафоне по этому популярному виду спорта. Крупный марафон принял дворец спорта «Алау», где почти на 80 столах выявили лучших среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие около 500 человек из Казахстана и России. Победителями стали астанчане Андрей Сурков и 10-летняя Малика Сандыбаева. Известный автор и исполнитель Марат Умаров надеется, что его гимн приживется среди поклонников пинг-понга и будет вдохновлять на новые победы. С детства любил. За консерваторию играл раньше. Поэтому мне вдохновило, я написал новую песню. Называется «Мы играем теннис». Это, я говорю, это просто вдохновение, позитив, энергия, цель. То есть посмотрите у всех, какое настроение.